мужики, выходим все, кто могут, с лопатами, перчатками и хорошим настроением. Тут в двух местах протечка. Пытаемся сделать новую дамбу. Вот он, сырбор, из-за которого идет весь кипиш. Малочеусовский мост. Вот он, начало. Там вот КамАЗы. Поток КамАЗов стоит. Вот в этом месте опасность. Малочеусовский мост. У нас угроза прорыва дамбы. Сегодня надо выселиться. Знаем, уже на готове. Все, спасибо. Надо на сегодня на ночь точно уехать. Если все спокойно, завтра вернут. Ее укрепляют, но видим, что есть куда уехать. Уважаемые курганцы, многие задают вопросы, для чего в городе включают сирены. Сирена – это один из способов оповещения населения, проживающего в затопляемой зоне, для того, чтобы необходимо было незамедлительно эвакуироваться в безопасную зону. Сейчас сирена в Кургане работает каждые 2 часа. В случае серьезного ухудшения ситуации и повышения рисков для жизни и здоровья населения, сирена будет звучать непрерывно.